Да, мы его в прошлом году исключали. Да. Да. В этом году вот люди приходят и прям очень просят включить обратно. Так, подождите, это был уже как раз разговор о том, что на остановках нельзя. Мы же остановки из-за этого переносили. Где у нас были павильоны торговые, и в связи с этим, ну, на... Он на остановке не стоит, никого не хорошо. Маленько дальше, да. Карманы совесть. Остановка отдельно. Ну, дальше, он дальше. Он никак вот этот вот напротив. Да? Он не в комплексе, да. У нас, депутатов, чтобы разрешить осуществлять деятельность, говорил о том, что у них были там определенные трудности, в связи с которыми они не могли продолжить. Но сейчас они прям ждут, не дождутся для того, чтобы начать работать. Просто за встречу с этими вот павильонами, которые мы сейчас обсуждаем, вообще-то, ну, есть конкретное четкое указание и вообще, ну, скажем так, некоторые предприятия, вернее не предприятия, некоторые города, они не просто разрешают, они их сносят. Очень дело. Я понимаю, что Назарово это не Красноярск, Назарово это не Москва, но тем не менее, ну, то есть на сегодняшний день достаточно торговых площадей для того, чтобы заниматься деятельностью. Поэтому, может быть, есть смысл на эти вещи посмотреть немножко в другом ракурсе, какой архитектурный облик представляет данный объект.